Летняя кампания по отдыху детей постепенно подходит к концу. Завершилась заключительная третья смена в лагере «Ямал» в Болгарии. А в Шахтинском текстильщике и премьере Краснодарского края, Тюменских ребячей республики и Снежинки началась, либо буквально на днях откроется, четвертая смена. В августе в лагерях отдохнут 433 ребенка из Ноябрьска. Всего в последний летний месяц оздоровятся за пределами региона более 900 ямальских детей.